Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике Саха-Якутия остается напряженной. За прошедшие сутки зарегистрировано 127 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них в городе Якутске зарегистрировано больше 80 случаев, 81 случай. В Нюрбинском районе 6 случаев, в Мирнинском районе 5 случаев, в Алданском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Усянском по 4 случая. А на Барском, Верхнеилюйске, Тампонский, Усть-Алданский район зарегистрировано по 3 случая. Практически в каждом районе есть зарегистрированные случаи. Необходимо обратить внимание, что учреждения здравоохранения, управления Роспотребнадзора работают по выявлению контактных лиц и, соответственно, их изолированию. В целом, за прошедшие сутки в республике сделано 5391 тест на новую коронавирусную инфекцию. Со вчерашнего дня в республике действует указ главы республики Саха-Якутия, по которому предусмотрена прежде всего обязанность граждан в случае, если в их семье среди контактов, с которыми они проживают, есть лица, которые непосредственно болеют острыми респираторными заболеваниями. Глава республики Саха-Якутия призывает вас находиться дома, работодателей отстранить таких людей от работы до выяснения ситуации по диагнозу, который, соответственно, может быть вам поставлен. На настоящий момент подобного рода решение оно продиктовано двумя причинами. Полностью закрывать всех и вновь идти по весеннему варианту, наверное, это было бы не самым правильным вариантом, только хотя бы потому, что нам нужно продолжать жить в новых условиях. Поэтому предложен вариант домашней самоизоляции, если есть соответствующие, заболевания остро-респираторные. Соответственно, после того, как подтверждается, например, анализ, если это коронавирусная инфекция, то человек в дальнейшем получает уже как контактный соответствующий и больничный лист, и с ним начинают работать медики. Если не подтверждается ни ОРВИ, ни коронавирус, то, естественно, работник работает дальше на своей работе уже как здоровый. Сегодня мы говорим об ответственном отношении граждан к своему здоровью. Это главное. Только таким образом мы сможем побороть все наши недуги.